Таинственный мир Врубеля как музыка требует особого настроения для восприятия, а линии его звучат как мелодии. Удивительно яркий, узнаваемый и любимый образ Снегурочки словно создан из блестящих, хрупких льдинок-снежинок. А сам Врубель говорил, что краски своих картин, отливающие перламутром, он заимствовал из оркестров красок римского Корсакова. И вы можете насладиться этим удивительным, очаровательным, ярким и невероятно хрупким и нежным образом Снегурочки. И я надеюсь, что я немножечко добавила какого-то колорита. Михаил Врубель создал эскиз костюма главной героини к опере римского Корсакова «Снегурочка» в 1890 году. Партию Снегурочки в этом одеянии впервые исполнила Надежда Забыла Врубель, оперная певица, жена и муза художника. Она была одной из самых первых исполнительниц роли Снегурочки в этой культовой опере. Подлинный костюм с выступления хранится в музее Санкт-Петербурга. Воссоздать костюм в Рязани было давней мечтой работников художественного музея. По известному первоисточнику Михаила Врубеля, специально к праздникам в рамках проекта «Рязань. Новогодняя столица» костюм создали театральные художники. Сидела я, значит, и шила это все сначала на пяльцах, потом на раму это все. И представляла себя 100 лет тому назад, думаю, ну как они шили? Вот они так и шили. Увидеть врубелевскую Снегурочку можно со 2 по 6 января. Сказочная героиня будет встречать гостей музея и загадывать загадки. Здесь, в художественном музее, также расскажут об истории Снегурочки. Не все помнят, что старинные сказки, они были жуткими. Например, по одному из сюжетов «Дед и баба», не имевшие детей, слепили себе дочку из снега, а та, играя с детьми, растаяла, прыгая через костер. Образ Снегурочки стал популярен в начале 20 века во многом благодаря опере римского Корсакова «Снегурочка» и работе художников в театре. Это в первую очередь Васнецов и Врубель. Они создали такой яркий и такой выразительный образ этого персонажа, что Снегурочка стала постоянной участницей новогодних утренников. Ее фигурками украшали елки, в костюм Снегурочек девочки наряжались. Иногда в детских спектаклях использовали эпизоды из пьесы Островского или из оперы римского Корсакова. Эскиз костюма Врубеля к опере римского Корсакова «Снегурочка» станет еще одним подарком ценителям прекрасного специально в рамках проекта «Рязань. Новогодняя столица». Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».